Добро пожаловать в онлайн-экскурсию по музею Глинки в Москве, в котором хранится раритетная коллекция музыкальных инструментов Узбекистана. Музей имени Глинки – крупнейший центр музыкальной культуры мирового значения. Специалисты утверждают, что ему нет аналогов в мире, и сегодня в музее хранится около миллиона экспонатов. Это рукописи и нотные записи, партитуры и фонограммы, редкостные старые фотографии и музыкальные инструменты. Среди этих уникальных экспонатов особое место занимает историческая коллекция узбекских музыкальных инструментов. Это богатое наследие стали собирать приблизительно с того же времени, когда был создан музей. А музей имени Глинки уже более 100 лет. Самая ранняя по времени поступления и одна из ценнейших – это коллекция 19 века, собранная Августом Эхгорн. Немец по национальности, профессиональный скрипач. Он провел в Туркестане 13 лет. С 1870 по 1883 годы в качестве военного капельмейстера, дирижера русского оркестра. Но, к сожалению, не сохранилось ни одной фотографии самого Августа Эхгорна, а лишь запись Екатеринбургской управы после его возвращения из Средней Азии, где записано, что ему 42 года, что он холост, кареглазый, имеет правильные черты лица и черные волосы. Эти исторические фотографии, снятые Августом Эхгорном во время пребывания в Средней Азии. Свидетельство его глубокого уважения к музыкантам восточной музыки, что является первым и основным условием объективного изучения и исследования культуры. Да и мог ли он, талантливый музыкант, умеющий играть практически на всех европейских музыкальных инструментах, не восторгаться яркими ритмами и красотой узбекской музыки? Инструменты из коллекции Августа Эхгорна были собраны в различных городах Туркестанского края – в Ташкенте, в Тойтепе, Бухаре и в городах Ферганской долины. Во дневниках Августа Эхгорна есть достоверная информация о том, где и у кого он приобретал эти уникальные инструменты. Он пишет: «От одного странствующего музыканта из Кабулистана, от одного бухарского придворного музыканта, редкие экземпляры из Кашгара». Этот классический дутар Август Эхгорн приобрел у одной знатной девушки в Ташкенте. Удивительно, каким образом еще во второй половине 19 века немец из Саксонии имел возможность общаться с музыкантшами в женской половине дома. Итак, дутар украшен традиционно, инкрустирован белой костью, на которой нанесен орнамент. Дутар, что означает две струны, и сегодня соответствует аналогам более ранних веков. Мастера говорят, что его одна струна поет, а другая танцует. Для определения его лада надо иметь абсолютный слух, но истинную красоту звучания дутара умельцы увидели в таинственной связи между тутовым деревом и шелком, из которого делали струны. Еще одним прекрасным инструментом, созданным неизвестным ташкентским мастером 19 века, является рубаб. Август Эхгорн пишет, что он приобрел его у одного старого придворного певца из Бадахшана. Эти портреты певиц, поэтесс и танцовщиц представляют огромную историко-культурную ценность. Их прекрасный облик сохранили для нас фотографии Августа Эхгорна. Струнные инструменты бытовали в элитной городской среде. Этот редкостный танбур принадлежал бывшему властителю Коканда, Худайархану. Он играл на нем сам, а затем подарил музыканту-виртуозу Каримбаю, у которого этот танбур и приобрел Август Эхгорн. Изысканный корпус, тонкая орнаментальная резьба, драгоценная инкрустация из кости перламутра. Так богато украшали инструменты, которые в то время создавались для правителей и знати. Танбур, так же как и дутар и рубаб,
потомок древних лютеневидных инструментов. Об их происхождении есть много разных легенд. Своими корнями в глубокую древность уходит и история возникновения музыкальных инструментов в Средней Азии. В Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже, есть уникальный экспонат – знаменитый айратамский фриз с буддийского городища Айратам, который был расположен в 20 километрах от Термеза. Его создали неизвестные скульпторы в первых веках нашей эры. 5 музицирующих персонажей, редкостный ансамбль, который дает нам четкое представление о том, какие музыкальные инструменты были популярны тогда. Коллекция Горна дает представление не только о традиционных музыкальных инструментах Центральной Азии. Благодаря этой коллекции сегодня у нас есть возможность познакомиться со знаменитыми музыкантами и певцами конца 19 века. Это легендарные бухарские хафизы. Домла Халим Ибадов, Ота Джалой, Леви Бабаханов, имена которых передавались из уст в уста узбекскими музыкантами. Среди них есть фотографии известного тамбуриста Ота Хиоса, а также знаменитого певца Мула Туйчиташ Мухамедова. Рядом с ним музыкант Юсуф Джон Кызык Шакирджанов. Они были высокочтивыми учителями великих узбекских артистов и музыкантов 20 века. На одной из фотографий Август Ихгорн запечатлел и мастера музыкальных инструментов Уста Тахира. Возможно, один из этих безымянных инструментов создан его руками. В коллекцию музея Глинки наряду с классическими традиционными инструментами вошли экспериментальные дутары, гиджаки, рубабы, Усто Усмана. Он был новатором, искал новые оригинальные конструктивные формы. В конце 30-х годов он создал новый инструмент – сато, чрезвычайно популярный и сегодня. В коллекции музея хранится дойра, созданная Усто Усманом. Настоящие умельцы по сей день держат в тайне секрет создания этого древнейшего на Востоке инструмента. В народе говорят: искусство – дитя потребности, и в этом отношении национальные музыкальные инструменты Узбекистана – явление уникальное. Это подлинное национальное достояние нации. Это был проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» с онлайн-экскурсией по музею музыкальной культуры имени Глинки.